Здравствуйте, с вами студия танца Кондрио. И сегодня у нас будет обучающий урок на тему вращения. Мы будем с вами крутиться как балерин. Чтобы делать красивые вращения, нам нужно держать точку. Чтобы держать точку, нам нужно хорошо размять шею. Также нам нужно будет сегодня поработать над балансом. Давайте мы с вами начнем с шеи. Ручки ставим на пояс, ножки на ширине плеч, разминаем вправо, влево. Раз, два. Раз, два. И еще раз, раз. И два. Хорошо. Вперед, назад. Молодцы. Теперь посмотрели направо. Налево. Еще раз направо. И налево. Делаем круговые движения в одну сторону, и в другую. Хорошо, молодцы. Дальше мы с вами поработаем на балансе, который, кстати, мы делали в прошлом видео. Ножку подняли, ручки тоже стоим. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, ручки развели в сторону, ножку вперед открыли. Раз, два, три, четыре, пять. Убери ножку в сторону, правую ручку подняли наверх. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас мы с вами будем учиться держать точку. Что же такое держать точку? Это не отводить взгляд от цели, к которой мы приходим. Например, сейчас я вам покажу вращение быстро. И раз, оп. То есть взгляд у нас как был в данном случае на экране телефона, так он и остался. У вас будет то же самое. Давайте мы сейчас с вами поработаем над этим. Делаем пол поворота. Голова у нас смотрит в данном случае на экран телефона, как и у вас. Теперь, когда мы сделали полповорота, первый приходит голова. Пам. И дальше уже докручиваемся. Еще раз пробуем. И полповорота. Голова осталась. Дальше голова. И докрутились. И еще раз давайте попробуем. Полповорота. Голова. И докрутились. Хорошо, давайте пробуем в другую сторону. Также полповорота, голова и пришли на себя. Еще раз полповорота, голова и докрутились. Хорошо, молодцы. Дальше, как у нас работает ручка? Раз, и делаем. И вам. И собираем. A la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. A la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. La 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 la
casa del merengue. La 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 la. Y la casa de la bachata. Что такое крайнее вращение? Это то же самое, что вращение против продвижения. Давайте сейчас мы сделаем несколько упражнений, чтобы понять, как работает голова. Ставим голову. Еще чуть-чуть. В одну сторону. Раз и два. Хорошо, если у вас все получилось, мы можем приступить к следующему. Также начинаем с правильного вращения, делаем боком, ручки развели в сторону. Делаем сейчас с левой стороны. Поставили ножку и сделали. Раз. Голова у вас также осталась смотреть на экран, как и была. И два. Первая приходит голова, потом ножка. Ножки у вас работают как циркуль. То есть раз, два. Раз, два. Ну, здесь это понятно. Давайте с вами еще раз попробуем. Ручки развели в стороны. Ножку поставили. И раз. Голова первая пришла. Два. Голова опять первая. Раз. Два. Раз. Два. Точку мы держим на экране телефона. Давайте пробуем все еще раз. Ручки развели. Раз. Два. Раз. Два. Молодцы. Давайте теперь другую ручку попробуем. Также ручки развели в сторону. Ножку поставили. Раз, два. Голова пришла первой. Раз, два. Раз, два. Надеюсь, что у вас все получилось. Наш обучающий урок на тему вращения подошел к концу. Я думаю, что у вас все получилось. Кстати, вашим домашним заданием будет снять максимальное количество вращений на месте. То есть раз, два, три. Я сделала 3, вы делаете 50, 100 или 150, в общем, сколько у вас получится. Чем больше, тем лучше. Также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, плюсики в комментарии. И еще подписывайтесь на наш инстаграм, если вам интересна тема танцев. Фон Брио Дэнс. До свидания.